Белая и черная невеста. О чем на самом деле эта сказка? О доброй падчерице, что была светла и за добрый нрав одарена. О злой сестре, что стала черна, как уголь в наказанье. А может, о судьбе, что преподносит нам испытания, проверяя наши души на цвет. А может, о каждом из нас и о принятии себя такими, какие мы есть. Черные, белые, разные.